Ну что, друзья, привет всем. Идите, не ждите меня. Хочу всех поблагодарить, кто подписывался на канал. Я видео не выставлял, но вы, ребята, подписывались. Огромное спасибо. И вот это сегодня моя первая рыбалка зимняя. Приехали первый раз. Я вот снимал, не помню сколько, неделю назад. Невозможно было здесь пройти. Лед как бы был тонкий, а сейчас уже подмерзло. И мы приехали на окуня. Попробуем окуня поймать. В общем, лед отличный. Я ничего не скажу, что он плохой. Хотя там было написано, что лед unsafe, типа опасный лед. А так нормальный, скажу. Не знаю, как будем. Просверлим, потом уже посмотрим. Ну, уже мужики сидят вон. Там. Вон там сидят. Да, сейчас пойдем посмотрим, попробуем. Ну, здесь окуня полно, много окуня. Don't go. Так, старенький мой фишфайндер. Сколько он мне уже отслужил. Сейчас будем проверять. Короче, эхолот. Проверим, что там у нас есть на дне. Опа-на. Так, полно рыбы. Угу. Вот это все рыба. Окунь. Сейчас попробуем. Ты, Валентину, взял удочку? Так, первые забросы. Сейчас попробуем. Нам надо поймать бейт, наживку. Оп, есть. Первый окушок в этом году. Так, ну это небольшой. Ну, отпускать, да? Давай, отпускай. Жалко глазу его забирать. Маленький. Дай мне лопату. Черпачка, вернее. Иди гуляй, живи. Так, я возьму себе под ноги крышечку. Что? Ну, у тебя хороший, да? Ну тогда я своего отпускаю. Now take out its eyeball. Ну. Взял? Да. На это, на крючок. Так, Валентин хорошего взял. Алекс тащит. Саши хороший. Ни полотенца не взяли, ничего. Oh, it's like this. On the hook, right? No. You grab it? Why? Huh? Ах, сошел. Я уже поймал три маленьких и отпустил. Ребята по-нормальному поймали, а я еще ничего не поймал. А, берет, но невозможно. На форель? No. Ну дальше что? Я вот. Есть, тоже небольшой. Мелочь. Мелкота одна. Отпускаем. Вас поставить или нет? Если на форель, да. Так она под верхом, надо оставить просто. Понял? Ты сведешь пимпл будешь? No, ну, став на форель. Сильно надо давить, чтобы глаз вынять. Что-то не знаю, удирает, а что? О, хороший взял. Я думаю, что этот пойдет, этот хороший будет. Вот завтра рыбаков будет здесь. О, этот пойдет. Этот вот такой первый окушок. Так, я уже взял три штучки. Таких небольших. Вот таких. Вот таких. Мелких отпустил, этих забрал. На этот кивочек даже не видно поклевки, потому что жесткий.
поднимается рыбка. Такими движениями я не вообще не работаю, так тик-тик-тик-тик. Именно подбросил. Если глаз уцепить, либо же червя немножко, то будет хорошая поклевка. Я пока так просто. Взял наконец-то. Ах, сошел и тот. Сейчас я глаз уцеплю, выйму. В общем, вот так глаз вымается. Ремузы, ай. Push hard. Just only by nail. Ногтем раз. Еще, конечно, жестоко, но... И в белые вот так, в белые. Считал, в белые так раз втыкает. Не в черные. Если в черный, то глаз вытечет, а белый нет. Что-то плохо клюет сегодня, да? Маленького взял. Малюсенький. Поэтому и не может проглотить этого жучка, паучка вот такого. Чертика, кто как называет. Ух, что-то хорошенькое взял. Не знаю, может сакер тот. Что-то хорошее. Аж катушка пищит. Что-то хорошее взял. Да? Да, не знаю. А что? Лесочка, наверное, 1 pound или сколько, не знаю, старенький уже. Что-то сильно бьется, не знаю, что. Ого. Видишь? Наверное, сакер. А если сакер берем? А зачем она? У нас есть быть. Look at this, pulling drag. Я вовремя отпустил. Или окунь крупный, либо же сакер. Может без. Это окунь, наверное. Чтобы они туда-назад били. Ну. Уже под верхом где-то. Похоже на сакера. А ну. Что там? Что в лунке был? Бульки отпускали. Да. Форель. Да, бачишь? Ага. Подожди, не трогай. Форелька. Чао. Давай. Бери. Под низу. Опа. На самом дне форельку взял. Молодец. Вот такие. Да. Хороший травчик, да. Такая форелька. Отпускай, хожу. Пожарится дома. Молодец. Она жирная, смотри какая. Да, я твиста. Но. Была туда и назад бегала по луке. Я... Но. Классно, молодец. Ух, хорошего взял окушка. Конечно, он украл глаз, но я его заберу. Да, пришлось у него глаз, потому что он сбил. Подошел окушок, клюнул и все, и больше прошел. Не знаю, что они проходят, не держатся на месте, проходят. Ну давай, клюй, не хочет клевать что-то. Ну да. Взял. Небольшой, маленький. Пойдет, в принципе.
Валентин тут кухню разбил свою, это самое. Пахнет на все озеро. Джет Бойл принес. Вермишель варит. Или как там, нудлс. Макарошки, макарошки. А, котлетка, да. О, аж клея под верхом. О, нема. А, да сил. Крупно взял. Италекс, зигат бегун. Вау. Слушай, пришел, только опустил, сразу поклевочка произошла. И все, и замерло. Ящин спит под мной, блин. У тебя крупные? Буяк. Да. Саша уже вырос, уже мужик. Взял, да? Ага. А ну покажи, что ты там взял. Да, нормально. О, у меня тоже есть. Тоже хорош. Подошел окунь, да. Есть хороший. Вот такой, отлично. Вот такой красавец. Давай. У нас здесь в этом озере крупных окуней нету. Такой форель, траут. Есть огромные. Бесы хорошие есть, крупные. Ну-ка. Что там? Ничего нету. Просто... О, поднялся какой-то со дна. Сейчас должен клюнуть. Сейчас клюнет. О, клевало. Клюет, клюет. Есть маленький. Ну сейчас посмотрим, может и пойдет, может и маленький. Маленький. Отпускаем такого, это совсем. Оп, уже клюет. Только опустил и все. Подошел окунь. У меня уже там глаза не у меня, а на крючке глаза нету. Украли они. Сейчас надо бы новый, когда поймаю. Опа, взял. Хороший. Вот это хороший взял. О, Саша, сработка. Есть, есть. Ну, форель клюнул нас сразу резко так. Чу. Да? Угу. Вон. Сейчас кассетка, форелька прошла. Есть, 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 есть. Хорошо тягает. А, уже нет. А, могу. А, могу. А, есть. А, могу. А, могу. Вытянул джига тоже, да? Все, отработала твоя, это автомат. Сейчас покажу, какой Саша автомат купил. Ой, сама подсекает, как мышеловка работает. Зачем? Я не могу пачкать дно. А, леска толстая. Да. Ну, а тонкая леска просто. Не тонкая, толстая тебе. Вот такой Саша купил. Автомат настраивает как мышеловку. Или Джа-джакер. Джа-джакер называется. Вот этот сайт. Вот сайт. Джа-джакер. Fishing.com. Такой. Кому-то будет интересно, то вот. Только они дорогие. $50, да? Да, 40. $40. О,
А, лодку забыл. Только, а, ушел. Только опустил. А ну, Валентин, брось мне черпак. Не понял, не падает. Оборвал, что ли? Ну да, оборвал. Ай-яй-яй, мой джиг. Мой джиг оборвал, а. Крупняк был такой. Только узелок остался. Сейчас я вцепил Swedish Pimple, потому что оборвал своего паучка. Сейчас посмотрим, что покажет этот Swedish Pimple. Крупный взял, я после форельки не перевязал. Лесочка тонкая. Клюет. А что клюет, не знаю. На поднялась высоко. Поклевочки есть. А, удар. Ну подошло, окуня много. Все черное, вот это все черное, это окунь. Оп, есть, пока показывал, тоже ухватился. Хороший пойдет. Я ага, понял. Опа, есть. Этот хороший. Такой. Стандарт. Ну. Да он подошел, там тычел, все черное. Абсолютно все черное. Даже до верха почти поднимается рыба. Да, ребята рассказывают, что поймали стилгеда и отпустили бы на видео снимали. Так бы, наверное, тихо разобрали. Хороший. Yeah. О, это хорошенький. Подошел сейчас окушок. Может клюнет. О, клюнет. Есть. Yeah. Как он там цепляется за той лед? Вон, Валентин красиво вытащил. Нету пока. Вот Валентин одного вытащил только что и все, и больше нету. Валентин там мучается своим кирогазом, супчики кушает здесь, понимаешь ли. Там Саша в своем кресле тоже. И здесь у меня тоже вот такое поле боя. Вот такой траут попался. Такой красивый. Сашина. Вообще вытащил весь горбатый какой-то. Мясистый. Весь, наверное, больной. Надо выкинуть. Мяса много в нем, наверное. Плохо стало клевать. С утра хорошо было, сейчас уже не хочет.
Уже 11 часов. И нету ничего, уже все перестает клевать. Да. А Саша еще забрал бур, забрал фишфайндер, эхолот. И пошел вон туда, пошел вон далеко, там, вдали. Ищет беса. В общем, не клевало, не клевало, подошел. Ну, такой, мелкий-мелкий, среди них попадает более-менее. Но мы уже так, чтобы уже домой уехать, надо наловить. Сильно мелкий попадается. Отпускаем много. Да. Вот, только что клюнул. Этот хороший будет. Если не убежит. Этот отличный. Тоже хороший. Что ж ты постоянно зацепляешься? Только опустил и сразу есть. Саша, что там, молчишь? Да, поднимается уже со дна. Блеснул, видит и поднимается. Оп, есть. Такой мелковатый. Мелковатый, ну ничего. Уже крупный. Оп. Есть у меня. Хорошенький. Подергивай. Ну я чуть-чуть дергаю, а потом вот такой раз и все есть. Хороший. Да. Моя старая удочка. Уже сколько лет, не знаю. Наверное, лет 15 вот эта удочка. И уже сколько, не знаю, рыбы она переловила. Да. И работает Смотри. Безотказно. Смотри. Ты что-то не подсекаешь? Что, проглотнул? А-а-а. Я побольше выбираю. А, понял. Понял, покрупнее, да? Вот. Надо посчитать. Вот это мы наловили. Сейчас посчитаем еще сколько. Да. А там клюет у меня, полным ходом долбит. Ну что, мы отрыбачились уже. Все. Саша тут еще у него бесика хочет попробовать поймать. Просто ради интереса, ради фана. Все. Ну что, друзья, спасибо всем, что смотрите, подписываетесь. Извиняйте, что мало выезжал. Он уже удочку потирал, видите, вернулся. А удочка лежит. Да, спасибо. Еще раз. Так.
что еще сказать? Мало выезжаю на рыбалку, мало. Воды, льда нету, а лодку тащить за горы. Тоже там как бы холодно. Не хочется с лодки 3-4 часа тянуть. Неохота. Тут далеко. Но если бы рыбы не было дома, то может быть и потащил бы. Так рыба есть. Нету такого желания, чтобы тянуть сюда. Попускай катушку. Саша взял беса. Вытянет, не вытянет, не знаю. Катушку еще попусти, наверное. Ты затаскиваешь, не? О, Саня. Давай, бо уже батарея кончается. Все-таки ты взял сегодня его. Хоть потаскаешь, хоть не вытащишь, но потаскаешь. А, вытащишь. Да? Но. На 100%. Вытащишь, леска хорошая. Уже под верхом. Фу, чуть не упал. Вон, вижу. Он стоит там. Ух, хорош. Yes. Вот такой Александр взял. Сейчас полчаса остаемся. Не. Да. Давай я пикчер сделаю. А, мне надо пикчер. Вот такой. Вот. Подожди, на солнце так. О, красавец. Отпускаем, пускай живет. В прошлом году Саша его погонял. Все? Хай вам еще. Все, пока.